Вопросу молодежной политики, а также важнейшим направлением деятельности был посвящен семинар, прошедший накануне в Брестском центре молодежного творчества. Его основными участниками стали представители работающей молодежи и активисты БРСМ. Очень важно в очередной раз поделиться лучшими практиками работы с молодежью, причем начиная от самого младшего возраста, ну, конечно же, нашей молодежи до 31 года. В тематике сегодняшнего семинара мы обозначим такой вопрос, как взаимодействие белорусской Республиканской пионерской организации и Белорусского республиканского союза молодежи. Рассмотрим критерии эффективности работы с молодежью и критерии патриотического воспитания населения. Ну и, конечно же, актуализируем работу Совета работающей молодежи. В молодежной политике сейчас у нас очень много внимания уделяется. И сегодняшний наш семинар, инициированный Министерством образования, как раз-таки и посвящен актуальным вопросам молодежной политики. Сегодня здесь собралась как работающая, так и учащаяся молодежь. Поговорим о проблемах, об актуальных вопросах в молодежной политике. Ну и я думаю, что каждый из нас вынесет для себя очень много полезной информации. Каждая из тем, обсуждаемых на семинаре, заинтересовала его участников. Ведь на повестке дня стояли актуальные вопросы, касающиеся современной молодежи. Это осознание важности общественной работы и вовлечение в жизнь общества. Кроме того, ключевым вопросом стало изменение методов работы с молодыми людьми. Будет очень интересно услышать какие-нибудь новые идеи. Возможно, мы обсудим здесь наши основные направления деятельности, наиболее успешные. Может, как-то их нужно чем-то дополнить. Со всех районов привезли такую классную, активную молодежь. Они имеют свое видение, они могут задать какие-нибудь интересные вопросы, предложить какие-нибудь новые формы работы по направлениям деятельности. И я считаю, что такие семинары нужно проводить чаще, выездные, чтобы молодежь могла еще с собой перезнакомиться, обменяться каким-то рабочим опытом, поделиться потом впечатлениями о поездке в своем регионе. Сегодня мы будем обсуждать достаточно важные и актуальные вопросы. Это работа с молодежью и в регионах, и в областных городах. Мы очень благодарны за такие семинары, потому что для нас это действительно очень важно. Подобные семинары, организованные с целью обмена мнениями между участниками, помогают лучше организовать работу с молодежью, а также отрегулировать совместную деятельность. Ведь основная задача БРСМ – создание условий для всестороннего развития молодежи, раскрытие ее творческого потенциала.